Намного ровнее Лакина станет в створах улиц Куликова и Льва Толстого. Чтобы доставлять минимум неудобств автолюбителям, коммунальщики будут ограничивать движение транспорта и менять дорожное покрытие поквартально. Сегодня мы продолжаем ремонт участка дороги по улице Лакина. Участок будет проходить в створе от улицы Куликова до улицы Льва Толстого. Закрывать будем асфальтом поквартально, чтобы создавать как можно меньше неудобств автолюбителям, тем более здесь находятся социальные объекты. Общая площадь асфальтировки составляет более 5000 квадратных метров. В течение 2 дней данный участок будет готов, и мы переходим в дальнейшем на улицу Карла Маркса. Остается сказать, что по плану на замену дорожного полотна на Лакина потребуется около 3 рабочих дней. Следующая на очереди – проезжая часть улицы Карла Маркса.